Какой латвийский фильм будет претендовать на получение «Оскара», расскажет сегодня специальная комиссия Латвийского национального киноцентра. На премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке могут быть номинированы две ленты. Полнометражный анимационный фильм для взрослых «Камни в моих карманах» Сигнии Баумана. Это фантастический рассказ, основанный на реальных историях пяти родственниц автора мультфильма и как их личные переживания переплетаются с поворотами истории. Забавный мультфильм о депрессии. Такое резюме следует из трейлера. Также может быть номинирована трагикомедия Джима Лайруды «Ралала», Мариса Путнинши и Яниса Циммерманиса о пожилых людях, которые от отчаяния решили отказаться от пенсии и добровольно вступить в ряды армии. Все для того, чтобы помочь спасти страну от финансового кризиса. Герои фильма оказываются в разных ситуациях. На пресс-конференции, в армии, на стрельбищах, на военных учениях НАТО. Интересны сцены заседания правительства. В некоторых героях читаются определенные латвийские политики. Стоит добавить, что обе ленты отвечают требованиям киноакадемии США. Они были сняты после октября 2013 года.